Каждый утверждает, что это не его вина. Я не выполнила свой долг жены. Мой муж – великий человек. Если бы он не встретил меня, ему не пришлось бы разводиться. Такое было впервые. И когда я еще даже не оправился от того дня, она снова вернулась. Это моя вина. Надеюсь, я не разрушила его репутацию. В итоге она разводилась в зале моего суда 6 раз за 2 года. И каждый раз она брала на себя ответственность. Она была сильной женщиной, и я хотел узнать ее. Так все и началось, Чхве Сонен. Выходите за меня. Но то, что у вас нет особых причин для брака, немного странно. Как вам идея ужинать со мной? Как женатая пара? Вечер понедельника, среды и пятницы подойдет. Вы согласны на это? Да. Он никогда ничего не спрашивал и ничего не говорил. В момент, когда он раскрылся мне как человек, мое трепещущее сердце замерло. Он имеет право жить лучшей жизнью. И пока он остается рядом со мной, он не будет ничего делать, чтобы улучшить жизнь. Давай подарим лучший подарок лучшему клиенту. Вытащить его из этой жизни. Это и будет моим подарком ему. Давайте разведемся. Сеул, Ванкувер, 20 июня. На месяц позже. Это верное решение. Я правильно поступил. Сонен, Джимми, вы женаты? Да. Когда вы женились? 5 лет назад. Ее муж не знает, что она Джимми. Она явно пытается скрыть свою личность. Так еще и замуж вышла. Кольца нет. У меня есть мечта. Жить за границей. Я хочу уехать туда, где меня никто не знает, и влюбиться по-настоящему. Я польюсь антиверию. В Сеуле снег падает так, словно это пыль. Все, что я могу сделать для нее, это положить конец этому браку. Вы были моим лучшим мужем. Я хотел хотя бы раз стать для кого-то хорошим человеком. Снова уходит. Странно. Ваш муж опасен. Дорогая, я голоден. Пойдем поедим. Дорогая? Вы что, серийный убийца? Правда, убийца? Я госслужащий. Давай зайдем. Чем вы займетесь, когда уедете за границу? Хочу начать встречаться с кем-нибудь. Я была замужем много раз, но я никогда ни с кем не встречалась. А вы не хотели бы встречаться с кем-нибудь? Это не моя специальность. Но я думаю, это мило. Что именно? Видеть улыбку на лице человека напротив себя. Спасибо. Вам не больно? Вряд ли это меня ранили.
Вы же Джин Хеми, единственная дочь гендиректора Ина Групп. Мы уже встречались очень давно. Ее недавно поранили. Она была насквозь мокрая, в ужасном состоянии. Поднялась к Кан Хэ Джину, он ей помог. Я слышал, вас ранили. Просто небольшое происшествие. Сосед сверху помог мне. Вы в порядке? Конечно, ничего страшного. Цель подозреваемого — господин Кан Хэ Джин, а не вы, Чхве Сан-ын. Ты случайно не социопат? Я уже везде обыскалась. Надо хотя бы попрощаться. Кто она? Она моя жена. Боже, почему оставил меня одну? Я просто хочу, чтобы ты остепенился. Что за новость о том, что ты стал геем? Хорошо, раз ты так хочешь. Я не гей. Я женюсь на этой женщине. После того, как вы все вынесли денег из стратегии, про которую я рассказывала, мой друг записал новый ролик с новой схемой. И пока он работает и ее не спалили, советую скорее переходить и вытаскивать бабки, а то опять не успеете. На прошлые подписчики суммарно очень неплохо вынесли. Пока есть рабочая схема, быстрее смотрите и пользуйтесь. Деньги лишними не бывают, ни для кого. Так что кликай вот сюда и начинай зарабатывать уже сегодня. Но поторопись. Кто знает, сколько эта тема просуществует, лучше нажимай на ролик прямо сейчас. Всем удачи, всем пока.